пожалуйста. 35-35. А какой код набирать? Код я не знаю. Это код Демидова. Это код Демидова, да? Не знаю, код Демидова. Еще раз номер 2. 35-35. 2-35-35. Ой, да, блин, такой простой номер. 16, погоди, сейчас я скажу код. Ну, а ничего, я узнаю код, это не проблема. Код это не проблема. Это да, не проблема. Демидов. Вам сотовый номер, раз, одно. Зачем так много? Землякам, иннофамильцам, Мишеле, все. Да вы так, я ж на велосипедах не на машине еду. Я понимаю. Ольганчка Ивана Антоновича живеть у Бурлыгини, это рядом с Демидовым. Перга, знаете, что такое? Услышал, да, слышал. Вот вам перга. Солечерная, да? Да. В интернет посмотрите. Лечебное средство. Да. И все лечебное. И это лечебное все. Перга, запомните. Это для каких? От каких болезней? От чего? В интернет посмотрите. Хорошо, я посмотрю. А вы интернетом пользуетесь? Нет, у нас же нет него. А, у вас? У нас же его нет. А у вас дети есть? Дочка работает в Смоленской казастровой палате. Что за фамилия? Сейчас. Что у нас на бумагу не записывается? Расскажите, а мы с ней тогда скажем. Она видит, а мы куда-то вообще.